Нужно добавлять. Так, я включаю запись. Хорошо. Еще я слышу эхо свое. Вы без наушника, да? Я в наушниках. У вас маленькое-маленькое эхо, но в целом хорошо. Я еще чуть-чуть добавлю. Слышно. Так. Ну вот так, добавил почти там на полную. Да. Вот. Так, ну что, у нас потихонечку участники собираются. Уже 11 человек. Так. Отец Евгений, ну что, давайте помолимся тогда. Конечно, давайте. Царе Небесный, утеши тебе души истинные, живи Отец, и вся исполнение сокровища благих и жизни подателя. Иди вселесенные чисти над всякие скверны. И спаси, блажи души наши. Всем добрый день. И тогда, наверное, можно начинать. Друзья, напомню, что у нас осталось рассмотреть несколько пунктов из списка этических принципов, которые, как образец, я взял для работы именно в нашем поле. Они, собственно говоря, группа экспертов и составлялись именно как принципы, которые можно и нужно применять именно в поле работы с наркозависимыми людьми, именно в православной христианской среде. Мы вчера рассмотрели до 12 принципа список, и сегодня у нас осталось 5 принципов. Давайте начнем тогда с 12-го. Работаем по той же схеме. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать, и мы будем работать в интерактиве. Прежде всего, обращая внимание на вопросы. Единственная просьба, старайтесь не отклоняться сильно от темы обсуждения, чтобы нам не растекаться мыслью по древу и не распыляться. Еще хочу сказать, перед тем, как мы начнем, если у кого-то нет возможности присутствовать на вебинаре, вы всегда можете посмотреть записи, которые выкладывают с отсрочкой где-то в неделю после прошедших вебинаров, на странице курса школы консультантов. Это сайт отдела по церковной благотворительности diakonia.ru. Там есть раздел обучение. В этом разделе есть подраздел архив. И вот в архиве вы находите страничку нашего курса, и там все вебинары, начиная с, не помню уже с какого месяца мы начали, по-моему, то ли с декабря, то ли с января. Так, хорошо. Итак, 12-й пункт. 12-й и 13-й пункт, они связаны. И звучат они так. Всякое терапевтическое или реабилитационное воздействие может осуществляться только при наличии информированного согласия подопечного, в частности при условии добровольного и осознанного принятия им всех ограничений и требований, установленных в лечебном или реабилитационном учреждении. У нас в договоре, когда мы с воспитанником его подписываем, у нас есть такой абзац текста. Я, признавая, что страдаю от наркотической или алкогольной зависимости, принимаю все нижеизложенные правила и нормы реабилитационного центра и даю согласие на самоограничение с целью самонормирования. То есть по Конституции есть три основных способа ограничения прав человека, ограничения его в свободе. Первый способ – это недобровольная госпитализация. Второй способ – это принудительное лечение. И эти способы могут применять только государственные органы, силовые или медицинские. И третий способ ограничения своих собственных прав – это как раз самоограничение с целью самонормирования. Вот этот способ, он применяется как раз нами в реабилитационных центрах. Но, знаете, если разобраться, то по сути мы ограничиваем не человека,
а его зависимую часть, то есть его страсть. Но этот пункт обязательно должен быть включен в договор, чтобы не было никаких потом проблем, скажем так. Вот. И очень часто, когда воспитанники начинают предъявлять из своей зависимой части требования к консультантам, а где это написано, а кто вам позволял это делать, мы сначала подводим их к нормам и правилам. У нас такая огромная доска информационная, где вывешены все нормативные документы. Подводим их к нормам и правилам, напоминаем об этих нормах и правилах, а потом даем им перечитать как раз вот этот абзац текста договора. И, собственно говоря, возвращаем воспитанника к его ответственности. Договор должен быть заключен обязательно. Помню, учился на курсах, там был такой очень харизматичный юрист. Он говорил, все отношения в современном правовом государстве, включая, конечно, и наше НКО, религиозную сферу, сферу диаконии, они строятся исключительно на договоренностях. Нет договора, нет, собственно говоря, и предмета для обсуждения, нет предмета отношений как таковых. Поэтому к документации нужно относиться очень внимательно. Но иногда такие особо проворные, или как называют их консультанты, ушлые воспитанники, они говорят, а я не помню, что я договор подписывал. Я его подписывал в невменяемом состоянии, поэтому я со своей стороны его хочу аннулировать. Вот если есть участники, которые с такими ситуациями сталкивались в своей практике, мне очень интересно будет послушать, что вы отвечаете на вот такие фразы со стороны воспитанника. Отец Евгений, пока будут писать, может быть, вы что-то добавите к этому пункту? Пункты или как на такие будет ваш опыт фразы послушать. Отвечать? Ну, с фразой мы говорим, что, наверное, действительно тебе у нас не место, и мы совершили ошибку, приняв тебя в неадекватном состоянии, потому что мы стараемся брать все-таки после детокса, и когда человек находится в себе. Вот, если ты, находясь вне себя, подписываешь различные соглашения и не отвечаешь за то, что сам делаешь, не несешь ответственности, как с тобой можно дальше работать? Поэтому мы вынуждены, наверное, будем тебя действительно отчислить. Вот. Ну, я всегда прибегаю к методу стрессовой терапии. Вот, например, один из последних визитов в 70-е, и вот там один у нас есть воспитанник, он у нас в 70-м это территория без курения, а в Костенках, ну не то, что территория курения, но там допускается курение. Вот. И один воспитанник 70-го говорит, что я вот 3 месяца не курю, но очень хочу курить. Переведите меня в Костенки. Ну и как бы старшим решили, что можно допустить это. Так, Роман Иванович куда-то вообще пропал. Его, наверное, мне кажется, интернет выбил. Ладно, я тогда расскажу тут, а потом он в записи, может, Роман Иванович в записи посмотрит. Вот, и, в общем-то, говорю, что можно этот вопрос рассмотреть, давайте тогда пообщаемся. Но при приезде я вижу, что он очень напряжен, что перевод в другое место – это просто попытка бегства от обстоятельств. То есть у него на самом деле нету такого, что он просто действительно чувствует свою немощь, курение, и но с реабилитацией уходить не хочет, и с немощью справиться не может, и поэтому ищет вот такой как бы консенсус. Но, в общем-то, видно было, что он просто хочет избежать каких-то обстоятельств. Плюс он там сделал замечание в сторону какой-то. Я вижу, что он просто в напряжении таком находится. Вот, ага, появились. Поэтому
Вот старший подходит и говорит, вот как мы поступаем с Юрой, Юра его зовут, как мы поступаем с Юрой, переводим его в котенка или нет? Я говорю, знаешь, Сереж, я посмотрел, ему не хочется переводиться, ему хочется сбежать с этого места, поэтому скажи ему сейчас вот так вот, тебе час, чтобы определиться, либо ты в 70-м остаешься, но если остаешься, у тебя уже утруднение за твое поведение, либо мы тебя отчисляем. Через час ты должен сказать ответ. Если ты не примешь никакого ответа, то мы тебя отчисляем. Вот. И до этого старший с ним там недели две общался, разговаривал, пытался в какую-то сторону склонить, а он вот как капризная девушка себя вел. Но тут за час определился и на утруднение согласился, и все как бы все дальше хорошо. Вот поэтому я на самом деле часто вот прибегаю к такому формату больше. Если человек сомневается, что начинает вот капризничать, я говорю, так, давайте готовьте документы, все звоните, кому там, кому нужно звонить, провожаем. И 90% случаев играет на пользу этого человека, то есть он на самом деле спохватывается, и то он хотел уйти и сказать, что вы мне тут не нужны, а то мы говорим, что мы тебе не можем помочь из-за того, что у тебя на самом деле очень большие проблемы. Он-то думает, что у него проблем нету, а на самом деле мы говорим ему, что у тебя такие проблемы, что мы тебе помочь не можем. И он тогда начинает, он делает шаг назад, чаще всего. Что вот так. Так что если человек говорит, что я там был, это ваша ответственность, я был невменяемым, еще что-то, мы говорим, ты действительно невменяемый, таким и остался, поэтому мы тебе дальше помогать не можем. До свидания. И человек тогда делает шаг назад. Что значит, я не отвечаю за свои поступки, за свои... Ну как, ты же говоришь сейчас, что не отвечаешь. Делаешь из нас дурачков. То есть мы не говорим, что ты ведешь себя как дурачок, а говорим, что ты пытаешься из нас делать дурачков, что мы ничего не понимаем, что 2 месяца ты прожил, как будто бы не знал, что эти правила надо соблюдать. Вот. А сейчас, говоришь, вы все дурачки, а я один умный. Нет, я так не говорю. Ну, твои поступки об этом свидетельствуют. Но если мы дурачки, а ты умный, почему ты у нас на реабилитации находишься? Тогда тебе надо искать тоже еще более умных, чем ты. А мы дурачки, с дурачками тут останемся. И обычный человек, конечно, вот, когда утрируешь это все, вот, до абсурдности доводишь, человек шаг назад делает. Ну вот, там... Вот вы выключились, включились, и у вас опять звук такой тихий. Да, он опять зевает. Стройки, сейчас нормально, отец Евгений? Ага. Отец Евгений, у нас то, что вы сказали, мы тоже применяем. Может быть, у нас немножечко вариативная такая форма. Если человек начинает себя таким образом вести, мы это расцениваем как сопротивление. Внутри него начинается такой процесс. Угу. До этого он, может быть, был в маске, ходил и делал вид, что его все устраивает, что он действительно себя ограничивает для того, чтобы самонормироваться. И тут вдруг начинает проявляться вот эта страсть его вот в таких форматах. Я вот сразу стараюсь обратить внимание воспитанника на это сопротивление, чтобы он его осознал. Что с тобой происходит сейчас? И пытаюсь вот беседовать с ним на осознание. А если он продолжает в своем сопротивлении упорствовать, мы собираем группу поддержки или информационную группу, где такие впереди идущие члены сообщества говорят ему о том, как они видят его поведение. И говорят о тех способах, с помощью которых он может это сопротивление сдерживать и преодолевать. Предлагают ему помощь. Если это не работает, тогда мы просим воспитанника написать заявление о внеплановом прерывании реабилитации. И у нас есть правило, срок рассмотрения заявления 24 часа. А вот у него 24 часа на то, чтобы принять решение. Если после этого мы назначаем консультацию психолога, если... Все вот эти способы, которые мы используем для помощи воспитаннику в сдерживании своего сопротивления и саботажа, не работают,
А тогда мы предлагаем воспитаннику уйти, но самое последнее, что мы ему говорим, мы готовы тебе дать двухнедельный мотивационный отпуск. Давай, выходи в социум и попробуй найти мотивацию, которая позволит тебе вернуться в центр и понять, что ты еще не готов жить и оставаться трезвым, и строить нормальную такую жизнь. Если ты за эти две недели не сорвешься, ты через тест можешь вернуться в центр и продолжить свою реабилитацию. Вот у нас вот такая линейка воздействий терапевтических, и где-то процентов 80 она работает. Но для этого нужны терапевтические ресурсы, то есть такие кадровые ресурсы. И для этого нужно, чтобы воспитанники, которые находятся уже на таких, на поздних этапах, на этапе старшего воспитанника или выпускника, владели как раз вот технологией проведения групп поддержки, информационных групп. Ну, иногда это группы интервенций. Вот такие жесткие группы, они примерно похожи, вот отец Евгений, на то, о чем рассказывали вы, но там больше эмоций. Вот. Поэтому мы сейчас вот 12-й пункт осветили со стороны того, что происходит в процессе воздействия на воспитанника, который отказывается вот от этого принципа самоограничения. Но с другой стороны, есть и в, скажем там, вот так, другой момент в этом пункте, когда команда терапевтическая пренебрегает вот такими договоренностями и, ну, собственно говоря, в обход этих договоренностей удерживает человека на реабилитации. Опять же, мы вчера этого касались. Это отдельная тема для отдельного вебинара. Я думаю, что мы не будем к ней возвращаться. Вот. И, может быть, про это, про психическое насилие, про нарушение конституционных прав, про нарушение свобод, про евангельское отношение к этому будем говорить в отдельном семинаре. Посмотрим. Отец Евгений, что-то добавите сюда? Нет, здесь я вот хотел сказать. Угу. Хорошо. У нас вопрос от Валентины из Бурятии. Насчет сертификатов очень вопрос актуален. При проверках получается, что консультант не имеет специального образования. Валентина, вы, наверное, говорите о сертификатах, вернее, я уточняю, вы говорите о сертификатах вообще, которые дают возможность человеку работать в реабилитационной сфере, или о сертификате именно связанном с этим курсом? Угу. Я думаю, скорее с этим связано. Угу. Каждый раз это дает. Я, наверное, повторюсь. Мы этот курс готовили как информационный. Он не дидактический. Он скорее направлен на сканирование вот поля, в котором мы работаем, для того, чтобы понять, есть ли запрос на этот семинар. Вот смотрите, записались на этот семинар порядка 80 человек, вернее, вот на этот курс вебинаров. А сейчас среднее количество участников постепенно с 80 человек опускается до 20, 25-30. Вот. Если мы увидим, что в итоге к концу подойдет группа, ну там не меньше 20 человек, тогда из этого пилотного курса можно сделать уже такой дидактический обучающий курс. И тогда уже можно говорить о сертифицировании, о выдаче сертификата, о повышении квалификации. Но самым стойким справку слушателя. Ну а почему нет? В общем-то, сертификат участия может быть, но только не сертификат повышения квалификации, потому что там есть определенные требования. Наличие высшего образования, именно гуманитарного, посещение всех-всех-всех вебинаров и плюс еще... Да, сертификат участника без проблем, друзья, от центра, от отдела по церковной благотворительности. Здесь вообще никаких проблем не будет, и когда мы будем подходить к концу, ваша задача будет прислать мне полное фамилия, имя, отчество, а мы вам вышлем сканы этих
сертификатах. Вот. Так, Роман Иванович, потом из наших занятий мы скажем, что когда куда выслать. Ну, да. А сейчас, Владимир пишет, сейчас слушателей прибавилось. Ну, Владимир, нет, слушателей убавилось. Не прибавилось. Я думаю, просто неправильно писали. А прибавится. Я думаю, что да. Но мне это очень странно, друзья, потому что очень странная мотивация участия в вебинарах получения сертификата. Хотя, может, я ошибаюсь, может, это для меня не важно, а для вас важно. Поэтому здесь я такое очень субъективное свое мнение высказываю. Давайте тогда так. Я думаю, что это важно, потому что... Особенно если центры свежие, такие недавно открытые, то я думаю, что важно, чтобы человек, который приходит на консультацию, или те, кто поступает на реабилитацию, чтобы они на стене видели, что эти люди знают, о чем говорят, что вот даже есть письменное подтверждение. Я думаю, что с этой точки зрения, вот желание, чтобы это... Да, я согласен. Единственное, Валентина, это, конечно, не решит проблему наличия специального образования, вот, но тем не менее, тем людям, которые к вам приходят, это может действительно показать, вот как сказал отец Евгений, что вы повышаете свою квалификацию, участвуя в различных образовательных мероприятиях. Здесь проблемы нет. Поэтому с сертификатами решим, именно с сертификатами участия, которые не требуют специальных документов, не требуют тестирование, не требует экзаменов. Хорошо, идем дальше. 13 пункт. Он вторит 12-му, продолжает его. При этом следует избегать неопробированных или неоправданно дорогостоящих методов терапевтического воздействия, а также чрезмерно рискованных, ставящих под угрозу высшие блага, жизнь, телесное или душевное здоровье подопечного. Друзья, как думаете, о каких методах идет речь? Можете ли вы в чат написать, что вы думаете про эти методы или что вы про них знаете? Угу. Ну, пока вы пишете, я, наверное, скажу, где-то года три назад вышел указ главного нарколога России Брюна Евгения Алексеевича. Он запретил, ну, пока только на территории Москвы, он запретил применение научно необоснованных, то есть неопробированных методов, которые связаны с различными видами сугестивного воздействия на психику человека. В том числе и с помощью медицинских препаратов типа торпеда и спиралей, типа кодирования и так далее и тому подобное. Это первые методы. Вот. Они действительно научно не обоснованы, вот, и они воздействуют в обход сознания человека. Или же манипулируют такой эмоцией человека, как страх. Это первое. Второе. Неоправданно дорогостоящие методы терапевтического воздействия. Вы, кстати, ничего не пишете. Неоправданно дорогостоящие методы терапевтического воздействия, они связаны с медицинскими манипуляциями, типа плазмафереза и так далее и тому подобное. Если говорить о чрезмерно рискованных, это лоботомия, так называемая, или, допустим, методы типа нейролингвистического программирования, в основе которых лежит представление о человеке как о компьютере, который можно перезагрузить, в котором ОС можно переустановить и так далее и тому подобное. Такое зомбирование на психическом уровне. Ну вот отец Евгений, занимаясь долгое время сектоведением, может сказать, что существуют и, как вчера вот отец Евгений, вы говорили, мистические или такие религиозные методы. Можете об этом что-то сказать? Вчера это я про методы манипулирования именно мистическими
такими переживаниями. Вот, например, если ты сейчас меня не послушаешь, то тебя за это Бог накажет. Вот ты сейчас прям получишь расплату. Но в сектах это используется стандартно при попытке человека ухода. То есть человек хочет уйти, но говоришь, ты сейчас уйдешь, ты сорвешь, что ты сдохнешь под забором. То есть начинается вот и манипуляция страхом, и мистическим манипулированием. Простил все грехи, Бог омыл тебя своей кровью, а ты сейчас плюешь в сторону Бога, уходишь, и начинается такое чувство вины и страха. Вот. Потом, что касается еще вот такого мистики, это то, что Бог, только Бог может тебя освободить. И причем вторая часть, мы-то тоже говорим, что только Бог может тебе помочь, но и от тебя нужно, как сказать, вот усилие. Как один старец говорил, Боже, поможи, да и ты, мужик, лежи. Вот, и, или как старцы оптинские говорят, делай, что можешь, и будет, что будет. То есть доверяйся Богу, но сам делай, что можешь. Они говорят вот так, что тебе вообще делать ничего не надо, ты главное, вот, проси Бога, Бог тебя помилует. И секрет нашей реабилитации как раз в том, что у нас Бог милует по программе. То есть ты пришел, поступил, ты показал, все, Бог тебя освобождает, ты не имеешь зависимости. И таким образом, конечно, человек как в некоторую такую иллюзию, у него нету зависимости, и через какое-то время он все равно сорвется. Но вначале вот эта эйфория от того, что важен человек, и манипуляции еще очень сильной гордостью, и превозношением над другим, мы избранные, мы царственные священства, мы избранные, вот, спасать людей, идущих на смерть, там все, даже в исходе, это программа отдельная называется, как для там, на арене сражался. Вот. И таким образом вот человеку внушается, делается упор на страсть гордости, и таким образом некоторое время замораживается вот, сама, как сказать, сама наркомания. Но я больше хотел сказать неопробированных методов. Вот мы с вами, Роман Иванович, общались, уже рассказывал про конфронтацию в процессе реабилитации, что у нас таких светских реабилитационных центров. Вот психолог начал экспериментировать на зависимых. Ему было интересно с точки зрения своего ноу-хау что-то разработать. И он начал экспериментировать на зависимых с помощью вот конфронтации. Говорят, что я через конфронтацию начинаю видеть человека, и человек сам себя начинает видеть. Но на самом деле это доходило до такого. Вот там девчонка одна начинает, там, что вот я считаю, что здесь вы не правы, ну, высказываться на группе. Он говорит, ты малолетняя проститутка, за мужиками бегала, там массажировала за деньги все места и части тела, и ты мне будешь говорить. Это эмоционально шоковая терапия такая. Это при людях, там ребята сидят. Все. И поэтому как-то я даже сказал руководителю центра, что мы не сможем с вами продолжить общение, если он у вас будет работать. Ну и вот уволили. Вот, ну, в общем-то, есть такие вот какие-то эксперименты свои. Вот. Или недавно к вам обращалась, хотела поработать в женском центре. И у нее тоже своя технология. Она встретилась с нашим психологом женского центра. И она начинает ей рассказывать, как она работает. Да я это знаю, да я это знаю, да это знаю, да это я знаю. А вот у меня свои средства. Как открывать там Вселенную и так далее. Ну и естественно мы попросили идти в лес. Отец Евгений, вот мы только недавно взяли клинического психолога, и состоялся такой же разговор о
на тех подходах, которые в нашем центре неприемлемы. И пришлось провести вот целую такую, такой мини-семинар для психолога, там порядка полутора часов я с ним беседовал о том, почему именно эти методы неприемлемы. И вот, слава богу, психолог скорректировался. Вот, он начал читать ту литературу, которую я ему рекомендовал, и вот он месяц у нас на испытательном сроке, и к нему ни одного замечания ни от воспитанников, ни от сотрудников, которые присутствуют на его семинарах, лекциях и тренингах. А с психологами действительно очень часто беда. Вот, особенно вот с теми психологами, которые, для которых психология – это такая религия жизненная. Это просто беда. Вот. Вот здесь пишут: отец Евгений, простите, со звуком беда. И Наталья пишет: простите, эхо мешает, и звук волнами. Вот эхо не слышу, а звук действительно волнами, но для меня это не критично. А вот участники как-то... Так эхо нет. И вот так звук не волнами. У вас, видимо, микрофон слабенький, он считывает вот такими волнами. То считывает, то не считывает. Вот когда вы близко... А тогда будет эхо. Сейчас наушники. Ну, попробуйте. Часть речи пропадает. Ну, не знаю, странно. Ну, сейчас еще раз попробую наушники включить, может, второй раз. Разумеется. Если они... А, так, и у нас, пока отец Евгений надевает наушники, у нас... А сейчас так, посмотрим по ходу, отец Евгений. А у нас Сергей Кулешов пишет: мы работаем, да, в стационарном медицинском отделении, шахтинский филиал. Знакомое отделение отца Андрея Ковалева знаем. И сертификат слушателя курсов необходим для обоснования нахождения на этой территории наших волонтеров-консультантов. Сергей, понимаю ваше беспокойство и ваше желание получить этот сертификат. В общем-то, никаких препятствий для этого нет. Мы про это проговорили, поэтому сертификаты мы сделаем. Но это будут именно сертификаты участия, а не сертификаты повышения квалификации, которые требуют немного иного подхода. Поэтому можете не беспокоиться в этом смысле. Так. Ага. Так. Алексей из Томска задает вопрос: ВОЗ-терапию вы используете? Игумен Анатолий Берестов ее, по-моему, одобрял, могу ошибиться. Нет, вы не ошибаетесь, Алексей. Действительно одобрял. Я даже в прошлом году виделся с Николаем, очень талантливым человеком, который сейчас у наших знакомых в Москве по воскресеньям ведет группу библейских чтений. И именно он этим и занимался, как врач-психотерапевт у отца Анатолия Берестова. Но вот в нашем случае это как раз неоправданно дорогостоящий метод терапевтического воздействия. Это первое. Второе, он все-таки связан не с социальной реабилитацией в церковной общине или в терапевтическом сообществе, а с медицинской реабилитацией. Это такая психотерапия. Чистая психотерапия, которая связана с мозгом и с вегетативными процессами. И она в основном используется при неврологических нарушениях в медицинской реабилитации. В нашем случае мы не берем неврологических больных с наркозависимостью, потому что это совершенно отдельная тема, и в большинство уставов религиозных и некоммерческих организаций такие виды услуг не включены. Там акведы даже не подразумеваются. Для этого нужна медицинская лицензия. Вот. А сотрудничать с теми организациями, которые БОС использует, никакого смысла нет, потому что в социальной реабилитации, в церковной реабилитации другие цели. Единственное, что мы можем сделать, если на фоне употребления такой синтетики типа мефедрона, амфетамина, различных солей и спайсов у человека дисфункция мозга случилась, тогда мы можем по договору с нашими партнерами, у которых есть медицинские лицензии, договариваться об ОС-терапии, если это будет признано терапевтически обоснованным именно с точки зрения медиков. А так мы, конечно, не используем. Для нас это невероятно дорогостоящий метод. Во-первых, нужно оборудование, во-вторых, нужен врач, который этим будет заниматься. Плюс нужна еще медсестра. Вот. Но для
не для подавляющего большинства, а для всех центров этот метод, он неоправданно дорогостоящий, во-первых. А во-вторых, с точки зрения социальной реабилитации, он не оправдан. Его целесообразность, она не оправдана. Я бы вот так ответил. Но отец Анатолий действительно применял это, видимо, потому что у них с Николаем такие хорошие были рабочие отношения, и Николай владел этим методом. Плюс отец Анатолий, ведь он по первому образованию был детским неврологом, и ему просто было это близко. Вот он это и, собственно говоря, в свою практику внедрял. Были возможности такие. Вот, я бы так ответил. Отец Евгений, что-то добавите вот по 13 пункту? Нет, ну, что касается бостерапии, я бы сказал. Сейчас есть все это, нет? Сейчас. Я вот слышу. Во всяком случае, у меня нормально. Я попрошу участников тогда обратную связь дать. Нет, вот пишут, что лучше. Нет, что эхо. 5 минут назад. В общем-то, ага. В общем-то, бостерапия, она же есть еще оборудование, с помощью дыхания и какой-то такой практики, где там мышцы привязываются к каким-то, как сказать, вот актуальным физиологическим состояниям. Может, звук на компе включен. Ну я в наушниках. Да нет, автоматом выключается, если наушники включают. Друзья, я вам так скажу, отец Евгений, извините, сейчас. Я вам так скажу, я с администратором вот этой системы Мирополиса консультировался, в которой мы работаем. Это несовершенство системы. Вот этот звук пилы постоянно фоном идет, вот это эхо и все остальное. Это зависит не от оборудования, а от самого Мирополиса. Это абсолютно несовершенная система. И если мы в следующий раз будем с вами работать в другом курсе, мы будем работать в Zoom, потому что в Мирополисе работать невозможно. Ага. Есть еще такой вот подход, как в эриксоновском гипнозе. Но использовать эти технологии, привязанные там к дыханию, к таким правилам, я даже не представляю, как это будет в православном центре выглядеть. Это будет экзотика такая. Во-первых, и во-вторых, для грамотного поведения нужны прямо специалисты. Я вот могу сказать, что в Воронеже точно в этой теме нету специалиста ни единого. Если где-то там в Москве несколько есть, то опять же цена, даже если это человек, но без оборудования, то цена будет не меньше, чем с оборудованием. Поэтому я думаю, что это просто страничку перелистнуть. Хорошо. Хорошо, идем дальше. 14 пункт. Он касается значимого ближайшего окружения и целесообразности работы с ним. Звучит так. Поскольку в формировании и проявлении связанных с наркоманией проблем обязательно участвует все окружение подопечного, включая его ближайших родственников, частью реабилитационного процесса обязательно должна быть работа с семьей подопечного и другими значимыми для него людьми. Вот я вам так скажу. Этот список этических принципов, обязательных к применению, составляли люди, которые являются приверженцами некоторых положений миннесотской модели. Допустим, я был в таком самом успешном, популярном христианском терапевтическом сообществе в Германии, вот с владыкой Мефодием мы стажировались, но и с Лян. Когда я задал им вопрос про семью, ответ меня шокировал. Они сказали, родственники – это люди, с которыми работать бесполезно. Они только силы отбирают и еще вдобавок тянут нас назад. Поэтому мы с родственниками не работаем. Единственное, что мы им позволяем делать, это приезжать на родительские дни общаться с воспитанниками. И все, никакой терапии с ними нет. Вот. Но в основном все реабилитационные программы, которые существуют на сегодняшний день именно вот в церковной системе помощи, они разделяют этот принцип, что зависимость – это расстройство психическое и поведенческое, семейное. И если в системе дает сбой
один человек, то это отражается на всей семейной системе. Я, в общем-то, с этим согласен. Вот. И могу сказать, что работа с родственниками, по большому счету, очень часто усложняет саму реабилитацию. Вот, вот я 2 дня, я не могу сказать, там воюю с родственниками, но вот 2 дня у меня с родственниками очень тяжелый разговор. Вот сейчас мы разговариваем, мне звонит вот отец одного воспитанника, вот, который пытается меня уже неделю убедить в том, чтобы я убедил воспитанника, чтобы он не прерывал реабилитацию внепланово. И я его не могу убедить в обратном. Вот. Отец Сергей Бельков однажды сказал такую фразу родителям на лекции. Он сказал: с годами я начинаю все чаще и чаще понимать, что у таких родителей, как вы, и не могло быть других детей. Это еще говорит только о том, что вот этот фактор социальный, влияние на формирующуюся зависимость со стороны семьи, со стороны микросоциума, оно огромно. И воспитание, гиперопека или, допустим, ее отсутствие полное или пренебрежение, они, собственно говоря, готовят таких аддиктов будущих, которые к нам и попадают. У меня вот жена, она преподавательница, я очень часто, когда она приходит с работы, я ей задаю вопрос: Аня, ну как дела на работе? Она говорит: готовлю тебе твоих будущих воспитанников. Она вот так говорит. И неизменно, когда мы начинаем об этом говорить, речь идет о родителях. То есть речь идет о семье, а не о самих воспитанниках. Вот, поэтому вот этот пункт, он очень важен, но и при этом он очень сложен. У меня есть знакомый, с которым я начинал свой путь, вот такой профессиональный в Москве, Евгений Николаевич Проценко. Он в свое время открывал в рамках программ благотворительного фонда «Старый свет» программу для созависимых родственников. Угадайте, сколько он продержался? Сколько продержалась эта программа, друзья? Ну, в общем, недолго. И когда я спросил у него: Евгений Николаевич, а ты почему закрыл эту программу? Он сказал: на данный момент в России нет ресурсов, необходимых для того, чтобы помочь родственникам. Вот, и это только говорит о тяжести созависимости именно как такого сопутствующего расстройства, если понимать его в узком смысле. Отец Евгений, много говорю, передаю вам слово. Вообще-то тема вообще отдельного, так сказать, курса работы с родственниками. Мы пользуемся термином созависимость постольку поскольку, хотя я разделяю взгляд тех, кто говорит, что этот термин притянут за уши. Сейчас, работая с зависимыми женщинами, мы видим, что зависимость – это просто верхушка айсберга, это последствия абсолютно неправильного, активного, дисфункционального устройства семьи. Например, те, кто наркоманит, да, многие из них занимались проституцией. Но те, кто занимались проституцией, почти все жертвы насилия в раннем возрасте. Пятый класс. То есть сказать, что их зависимость не связана с семьей, это просто невозможно. Причина зависимости как раз в семье. Вот вы привели слова отца Сергия. Я вот иногда родителям, когда они рассказывают про то, как устроена их жизнь с их детьми, я вижу, что им тяжело принять, что причина в них. Я обычно говорю, что вы знаете, наверное, на месте вашего сына я бы сам пил, или я сам бы употреблял. Вот. И они, конечно, удивляются, что они не готовы услышать. И, конечно, спрашивают, а почему? Ну и потом уже начинаешь разъяснять и пояснять. Не работать с родственниками невозможно, потому что
родственники – это большой ресурс для того, для дополнительной мотивации нахождения человека в реабилитации. С другой стороны, родственники – это дополнительная опасность ухода воспитанника с реабилитацией. Например, вот сейчас там один воспитанник у нас, он уже третий раз к нам попадает в городской центр, и каждый раз вот на нескольких месяцах он начинает считать, что он очень здоров. И он прокрутил маму так, что с консультантом переговорил, что мама переведет деньги там на, я забыл, на что-то, конверт на нужный. А с мамой проговорил, что сейчас я возьму у консультанта карточку, ты скинь мне деньги, потому что мы договорились, что я выхожу уже из реабилитационного процесса, то, что у меня все очень хорошо получается, и мне нужна квартира на первый месяц. Там мне с реабилитационного центра предоставляют работу, и дальше я сам себя буду обеспечивать. Ну, то есть как-то так провернул, что мама деньги выслала консультанту. Вот. Но в итоге, когда деньги пришли, этот воспитанник начал потом с консультантом дальше разъясняться, что лучше поступить. Я вот думаю, что лучше вот так поступить. И, ну, мы, естественно, сразу там позвонили с родителями, переговорили, с ним пообщались, а вы же получили метод стрессовой терапии, что давай не через неделю прекращай курс реабилитации, а сегодня. Вот, а деньги мы маме посылаем и говорим, что, в общем-то, мы тебя отчисляем. Вот. И когда происходит вот такое взаимодействие, конечно, это наиболее эффективно. Или, например, зависимый муж очень легко может жену уговорить, чтобы она пообщалась с руководителями, чтобы его отпустили домой. Хотя у нас удержания нет, но, например, он сам нам подойти и сказать не может. Он не может принять на себя ответственность за свой выбор. А хочет, чтобы жена попросила, что ради нее мы ему сказали, что ей там, а он скажет так, ну как так, ну вот, вот так из-за нее и получается, что я хотел очень на реабилитацию остаться, а мне вот сейчас надо ехать домой. Но вы меня поймите, я же ее оставить не могу. Вот. И чтобы избегать вот этих манипуляций, конечно, нужно взаимодействовать с родственниками в процессе реабилитации. А после реабилитации, если это родители, а не дети, то чаще всего мы, конечно, рекомендуем к родителям. Ну вот, отец Евгений, то, о чем вы говорите, с точки зрения вот таких психических процессов, считается, что есть три основных источника сопротивления, с которыми нам приходится сталкиваться в реабилитационной практике. Как раз один из этих источников сопротивления – это семья. Иногда даже бывает, что воспитанник мотивирован, он показывает динамику в реабилитационном процессе. Знаете, у нас какой случай был недавно? Вот я вам приведу, как семья может стать источником сопротивления. У нас на реабилитации находится 18-летняя девочка. Очень творческий такой человек с широко распахнутыми глазами смотрит на мир. Вляпалась в современную синтетику. Слава Богу, осталась сохранной. Ни психозов не было, ни дисфункции мозга, там ни органики, ничего. Повезло. У ее мамы есть проблемы с употреблением алкоголя. Что делает мама? Она звонит нам недавно и говорит, умерла бабушка Настя, то есть умерла моя мама. Я сейчас срочно приеду, заберу ее. Нужно на похороны. А мы ей говорим, это невозможно. Она бросает трубку. Приезжает через 2 часа в таком нормально поддатом состоянии в центр. И, видимо, ее алкоголь немножечко отпустил. И она прям там в центре, если так можно сказать, раскаялась. Она сказала, я все это придумала для того, чтобы увидеть Настю. Представьте, какой у дочки в реабилитации был стресс. Нам удалось кризис, который мог запуститься из-за этого стресса, основанный вот на поведении мамы, нам удалось как-то его локализовать и нивелировать очень быстро. Но
таким образом мама сопротивляется тому, что происходит с дочерью. Она же не просто хотела увидеть дочь. Для нее дочь наркотик, тот же алкоголь. И, собственно говоря, когда она с дочерью начала разговаривать по телефону через 2 месяца, она поняла, что с дочерью происходит что-то, что ей очень не понравилось. Дочь начала обозначать свои границы, дочь начала говорить о своих чувствах, дочь начала говорить об алкоголизме мамы. Но мама-то не меняется. И мама поняла, что дочь нужно срочно оттянуть на ту точку, с которой она начала реабилитацию. И таким образом вот такой финт сделала. Правда, она позвонила на следующий день, протрезвела и сказала: «Я бы хотела, чтобы эту историю забыли все, кто в этом участвовал». Мы сказали: «Да не проблема. Вот, только в следующий раз мы вас в центр не пустим». Как-то вот все разгладилось. Или, допустим, у отца есть планы на сына, у отца бизнесмена есть планы на сына. И он говорит: «Мне сын через 3 месяца нужен в бизнес-процессах. Я без него не потяну. Давайте быстро из этой какашки за 3 месяца сделаете человека с большой буквы. И я его заберу, чтобы он раскачивал еще 2 проекта. Эти проекты с Америкой строятся, поэтому для нас это очень большая прибыль». И когда мы ему начинаем объяснять, что это невозможно, он начинает саботировать этот процесс. Вот таким образом семья может стать источником сопротивления. И поэтому этот пункт 14 в нашей практике, он как никогда актуален. Вот как никогда. Кстати, друзья... Может быть, не просто взаимодействие, а может быть, просто и отсечение семьи. Вот у нас тоже девочка находится на реабилитации, молодая. Вот у нее отец пил, мама спасала отца. 5 лет назад бросил пить. Угу. И спасла. Вот. И всей энергией своей, высвободившейся энергией отца, они начали спасать свою дочь, которая в 14 лет начинала там как-то погуливать и так далее. Они настолько ее заспасали, что она начала серьезно пить. Они выгнали, сначала пытались спасать, она все это не принимала. Они сказали: «Тогда ты сдохнешь на улице». Выгнали ее из дома вообще. Нам позвонил психолог, говорит: вот девочки и знакомые ее родители на улице, у нее проблема с пьянкой, возьмите все на реабилитацию. Мы ее приняли, поступил звонок от мамы: выгоните ее на улицу. Мы говорим: мы взяли на реабилитацию, в общем-то, мы не сможем ее выгонять. Она начала, что я сейчас там подниму на уши правоохранители, комитет, там секта, не секта, какие деньги, там все. Ну, мы деньги с вас не берем, не просим. Вот, она находится по своему желанию, поэтому можете не только Следственный комитет, у нас есть приемная президента, можете туда пойти, можете написать сразу в прокуратуру, копию Следственный комитет, МВД, ФСБ. Вот, можете в Роспотребнадзор написать, чтобы они проверили. Если какая-то консультационная помощь нужна, мы вам скажем, написать. Но дочери есть 18 лет, она сама принимает решение, она приняла решение обратиться к нам за помощью. Мы с ним взаимодействуем, а вы для нас не. Вот, и все, и положили труп. Прошло там месяца 4, наверное. Вот. Месяца 4 прошло, и в общем-то понадобилась одежда летняя. Мы предложили, чтобы она не контактировала, чтобы она написала письмо маме. Она маме написала письмо, мама написала в ответ. И написала так, что: «Забудь про нас, справляйся со своими проблемами, а у тебя дома нет родителей». Хотя время уже прошло достаточно. И Аня, девчонка, это говорит: «Я очень переживаю. Я очень переживаю вот о встречах, там, как встреча с родителями пройдет, что они скажут. Вот. И я переживаю, как они ответят на письмо. Кстати, что они там сказали?» И мы сказали так, что: «Передавали тебе привет. Сейчас там они заняты, там что-то все». Вот, поэтому, конечно, родители неприветливые, там пытались сказать. Но через некоторое время не приехали. Вот, мы согласились на встречу, ограничили по времени,
что эта встреча обязательно будет при психологе, ограниченной по времени и в консультации. Вот. Ну и они приехали, вроде все прошло. Вот. Но вот, мы, конечно, отсекаем вообще от процесса, мы с ним практически не взаимодействуем. Потому что с их стороны только угроза. Ну... Я, кстати, бы сразу сказал вот по поводу, вот тут переписка идет по поводу сертификатов. Ну а если кто-то попросит через каждого, после каждого занятия сертификат, чтобы какая-то бумажка была, но если в этой бумажке не будет ценности никакой, вот фельдшерская грамота будет. Поэтому давайте уж, если сертификаты делать, то хотя бы для тех, кто прослушал курс и кто большей частью присутствовал на этих курсах. Вот я думаю, что лучше вот так, лучше всего так. Если прям срочно нужна какая-то бумажка прикрыться, то это вызывает подозрение вообще. И нужно вообще выдавать сертификат в такой центр, если там ничего вообще, никаких бумажек нету, прикрыться, и только это может стать единственной бумажкой. Вот. Поэтому я вот не вижу смысла разбивать на несколько частей, чтобы побольше бумажки. Ну, друзья, смотрите, по поводу сертификатов, вот прежде чем мы этот вопрос закроем, я бы хотел уточнить, во-первых, этот курс не от координационного центра и не от фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Он от отдела по церковной благотворительности. Это первое. Второе. Алгоритм очень простой. Сертификат участия может получить только тот, кто закончил курс. И третье. Есть такой фильм «Ласточки прилетели». И вот там сидит на скамейке дилер, который продавал опиум черняшку. И к нему подходит преподаватель истории, который подсел на иглу и говорит: «Ну, пожалуйста, я прошу тебя, пойми меня». А он им говорит: «Понять я тебя могу, а вот помочь я тебе ничем не могу». Поэтому, Владимир, я вас понимаю и ваше беспокойство понимаю, но помочь не могу, потому что, ну, существуют какие-то правила. Вот, и... В общем-то, мне кажется, уже достаточно того, что я буду разговаривать о сертификатах участия, которые изначально не предполагались. Это уже неплохо. Вот. Но получить их, к сожалению, можно только после того, как закончится курс. Вот. Давайте закроем этот вопрос, чтобы от темы не отступать. А Зайцев Михаил, да, я вот хочу сказать вот по тому, что сказал отец Евгений. Смотрите, сколько сил приходится тратить на работу с сопротивлением родственников. И некоторые организации, пытаясь адекватно оценить свои усилия, они понимают, что если эту энергию тратить на сопротивление с родственниками, то тогда не хватит ни энергии, ни ресурсов, ни кадров для работы с сопротивлением воспитанников, которая особенно на начальных этапах очень мощно проявляется. Поэтому решение о том, насколько 14-й пункт будет реализован в практике, зависит от ресурсов организации, какое решение они примут. Вот так. Я бы тогда 14-й пункт закрыл. В общем-то, мы о нем много поговорили. И здесь вопрос от Михаила из Москвы. Если можно, хотелось бы узнать, какая последовательность помощи страждущему в строю после длительного воздержания. Очень хороший вопрос, Михаил, но не в тему сегодняшнего вебинара. Давайте мы сделаем так. Мы по профилактике рецидива сделаем отдельный курс, отдельные вебинары. И, собственно говоря, это достойная тема, потому что достижение непадательного состояния, как говорят святые отцы, это целое искусство, если так можно сказать. В нашем случае воспитаннику для того, чтобы удержаться хотя бы в психофизической трезвости, необходимо очень много знаний, навыков и поддержки, ресурсов. Вот. Поэтому я предлагаю об этом отдельно поговорить. Я запишу это как запрос. Хотя у нас, собственно говоря, этот запрос в вебинарах стоял, но мы его, в общем-то, выделим. Отдельный запрос по рецидиву. Хорошо. Вот, поэтому мы ответим на этот вопрос, но чуть-чуть отсрочим этот ответ. У нас, Анатолий пишет, у нас сначала анализ срыва, в дальнейшем профилактика срыва. Вот, ну, Михаил написал, хорошо, спасибо. Друзья, давайте тогда идем дальше.
у нас осталось три пункта. 15. В силу своей комплексности проблема наркомании требует для своего решения участия множества заинтересованных лиц, организаций и учреждений. Поэтому одним из критериев грамотной и профессионально организованного процесса терапии или реабилитации является сознательное сотрудничество или готовность к таковому с другими программами и центрами, отвечающими этическим нормам, а также с духовными и религиозными институтами и организациями. Здесь речь идет о принципе комплексности и системности. И как раз вот в методологии социальной реабилитации, церковное общение, об этом говорится. Проблема наркомании настолько сложна, и алкоголизма, ну вообще зависимости, что в одиночку силами какой-то одной организации, общины или учреждения ее решить нереально. С учетом того, что она имеет четыре измерения, биопсихосоциодуховный, и воздействие должно осуществляться на всех этих жизненных уровнях воспитанника, включая также и семью. Здесь как раз речь идет о межведомственном таком взаимодействии, о комплексности. И здесь говорится не только о вовлечении ресурсов каких-то отдельных организаций, светских, бизнес-организаций, некоммерческих, медицинских, государственных, но и о вовлечении разнопрофильных специалистов, начиная от инфекционистов или медиков общего профиля, заканчивая священнослужителями. Хотя в нашем случае как раз все начинается с священнослужителями, а потом уже вот вовлекаются все остальные. Да. Вот, а с учетом того, что на психофизике очень много искажений, конечно, большое участие в этом принимает медицина. С учетом того, что в ряду тех предикторов или факторов формирования зависимости очень много психосоциальных проблем, конечно, мы подключаем психологов или педагогов. Но а с учетом того, что в основе всего лежит духовные корни, формирование зависимости. Мы о них говорили вчера в одном из принципов. Поврежденность человеческой природы первородным грехом. Участие священников, оно является основополагающим, таким центрально образующим. Вот. Ну а уж если вспомнить, что в центре реабилитации Господь, то я думаю, тут уж совсем понятно становится, что почему мы делаем прежде всего акцент на духовной составляющей. И церковь в этом смысле является лечебницей человеческих душ. Отец Евгений, а что-то здесь добавите? Конечно, что очень важно и священнику понимать рамки своей компетентности. Я знаю, что многие батюшки не могут взаимодействовать, например, с психологами. Некоторые дискредитируют медицинские подходы. Некоторые не воспринимают, что в процессе должен быть хотя бы в качестве привлеченного специалиста психиатр. Хотя налицо есть некоторые воспитанники, у которых, ну, обычно это, конечно, вот потребители синтетики, они замкнуты на решение духовных вопросов. Просто прям замкнуты на решении какого-то конкретного, да, конкретной духовной проблемы. Но когда им говоришь ответ на вопрос, то этот вопрос опять всплывает через там, буквально 15-20 минут. Но когда они проходят терапию у психиатра, то эти вопросы отпадают. Получается, что как бы психиатр отвечает на иногда таблетками. И после того, как их сравнивают, то после этого один раз отвечаешь на вопрос, и человек начинает исполнять его совет. Вот, я говорю не про то, что когда у человека духовные проблемы, то сначала психиатру надо показывать, а про то, что в процессе реабилитации мы встречаемся с реальными психическими повреждениями. И при этом важно знать своей компетенции, чтобы не психическую проблему не превращать в духовную.
Потому что тогда мы можем человеку повредить. Ну, или, по крайней мере, не оказать. Вот. Поэтому, конечно, нужно здесь каждому давать свое. Вот человек находится там в абстиненции, значит, ну, говорить, молись, спастись рано. Надо сначала эту абстиненцию снять. У человека есть там какая-то острая, какая-то там проблема с правоохранительными органами или социальными структурами, то бывает, что без решения этой проблемы дальше двинуться что-то не может, он просто замкнут. Вот. Если у человека есть проблема с психикой, то часто наш подход, он ну просто там эффективен на 5%. А если вот этот вопрос психиатрии снять, то тогда все 100% эффективности можно использовать. Поэтому, конечно, взаимодействие все получится очень односторонне и очень пресно. И ну, в итоге и человек страдает. Не исполняем, как бы, особенно вот сейчас, когда рынок синтетика наводнила, я знаю, что некоторые центры берут воспитанников, у которых есть срок определенного опыта употребления солей, спайсов, они их берут только после месяца пребывания в психиатрическом отделении. Для того, чтобы, во-первых, купировали все проявления побочки психиатрической, там у кого-то психозы, а у кого-то там какие-то неврологические искажения есть. И чтобы человека просто вывести, если так можно сказать, в психиатрический ноль. Вот. Чтобы он пришел и хотя бы понимал, где он находится. Вот. Потому что у таких воспитанников состояние вот дереализации или деперсонализации, они достаточно распространены, когда они не осознают себя или не осознают реальность, в которой они находятся. Вот. Мы таких воспитанников не берем, пока родственники не покажут их психиатру, и психиатр не назначит лечение. Иногда оно стационарное, а иногда у нас договор есть вот с Раменской клинической больницей. Иногда психиатр, с которым мы сотрудничаем, говорит, что этот человек, ну, собственно говоря, его состояние, оно предполагает возможность приезда в центр, но с наблюдением. Он раз в неделю к нам приезжает в этом случае, выписывает терапию, рецепты. Мы следим за приемом этих препаратов, а психиатр отслеживает его состояние. Вот. Потом терапия снижается потихонечку, когда состояние выравнивается, и начинается, собственно, уже процесс входа в программу. Пока человек не вышел в этот ноль, он не может быть полноценным участником программы. Психологическая и духовная работа с ним непродуктивна в этом случае. Поэтому, если не учитывать вот эти вещи и обесценивать вот важность межведомственного взаимодействия, вот этого осуществления принципа комплексности, то мы с вами будем работать в песок просто. Вот. И реализовывать подход, который вот я вчера назвал стучанием Библии по голове. Вот. Что крайне неэффективно, потому что не учитываются другие уровни, которые нужно сначала выровнять. Наверное, вот так. Отец Евгений, что-то добавите еще? Нет, поэтому я думаю. Ну, мне все-таки я надеюсь, что понятно, что такое, говоря чиновничьим, межведомственное взаимодействие просто необходимо. Мы уже перешли, мне кажется, вот это, как сказать, кидание друг друга камнями из баррикад, и там, и здравоохранением, и социалкой, и правоохранителями. Теперь уже такая эпоха взаимодействия на благо. Поэтому, если какие-то сомнения есть, то напишите тогда, мы попробуем их, так сказать, преодолеть. Ага, я про межведомственное взаимодействие. Мы как раз проект пишем на президентский грант. Вот, прошу молитв, чтобы он выиграл. Как раз про межведомственное взаимодействие с государственными учреждениями в сфере образования. И готовим курс даже не повышения квалификации, а курс профессиональной переподготовки на основании вот нового образовательного стандарта ГОСа. Именно по подготовке специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере. Ну, с Божьей помощью, может быть, получится. Ну, не получится, не страшно. Вот. Но, тем не менее, готовим. Поэтому
У меня на языке вертятся эти фразы, которые там мы обсасываем, прежде чем в заявку вставить. Хорошо. 16-й пункт. Межведомственное взаимодействие для увеличения комплексного подхода. Для увеличения эффективности. Вот. Эффективности и создание комплексного инновационного подхода. С проектами связан он, как мант. Слова крутит. Итак, 16-й пункт. Все сотрудники терапевтических и реабилитационных организаций, находящихся в непосредственном общении с подопечными и участвующие в процессе терапии или реабилитации, должны ясно понимать, что их профессия является служением, а не средством заработка или самоутверждения, и всегда предполагает деятельность, превышающую вознаграждение за нее. Отец Евгений, здесь слово сначала вам. Я думаю, те слушатели, которые имеют отношение к реабилитации, они это понимают, но не факт, что принимают. А здесь как раз больше вопрос про принятие. На самом деле сотрудники православных центров могут иметь достаточно высокую компетенцию, квалификацию, гораздо выше, чем их, так сказать, параллельные коллеги из местных центров. И в то же время имеет зарплату в разы меньше. И это не потому, что человек недооценивает, а потому, что просто разная цель, разный подход, вот, ну и соответственно и разные возможности. Мы занимаемся служением. Это в первую напрямую, что это служение. А средства, которые зарплаты и так далее, это просто для поддержания нашей жизнедеятельности. И ставить заработок во главу этого служения нельзя, с одной стороны. С другой стороны, без средств невозможно настроить этот процесс. Но я уверен, что если человек трудится, то Господь все это устраивает. Поэтому надо не ставить целью деньги, вот, а относиться как, именно как к средству. И в первую очередь руководитель этого процесса, если он будет так себя вести, если будет видно, что у него цель этой помощи это не деньги, то тогда и сотрудники будут за ним подтягиваться. Это я прям уверен. Друзья, я вот дополню то, что сказал отец Евгений, прочитаю абзац из книги «Азбука помощи наркозависимым». Во-первых, помогающий – это всегда больше, чем просто специалист. А путь помогающего – не то же самое, что профессиональный или карьерный рост. Чтобы помочь наркозависимому измениться, он прежде должен в себе воспитать евангельского человека, умножить веру и любовь, ориентироваться на евангельские ценности, учиться верно понимать свое предназначение, развивать нравственные качества, осознавать главные цели и принципы процесса помощи, ответственно применять знания и навыки во взаимодействии, иметь мужество признавать и исправлять ошибки, доверяться Богу и своим соработникам, принимая их помощь в преодолении трудностей. В этом случае выбранный им путь, путь христианского служения, обретает глубокий нравственный смысл и становится путем личного возрастания во Христе и способствует раскрытию в себе образа Божия. И вот эта мотивация, она позволяет, занимая церковно-социальной деятельностью или диаконией, сделать ее путем спасения. Если будут другие мотивации доминировать, преобладать, то тогда служение может превратиться действительно или в компенсацию каких-то своих комплексов или дефицитов личностных, или в простую тупую работу по зарабатыванию денег. И, как говорит владыка Пантелеймон, тогда в чем ваша награда на небесах? По себе могу сказать, для меня самое сложное выдерживать те моменты, когда вот эта мотивация пересекается с отсутствием денег в семье. И когда начинается вот такое малодушие внутреннее, ну вот я все отдаю, а сам ни копейки не имею, а чем я буду кормить свою семью, а на что я буду машину заправлять. И вот здесь начинается такой внутренний ропот. Но, как говорит мой один знакомый священник, говорит, зато я узнал, что такое ропот.
Вот. И вот эти моменты, они, несмотря на то, что болезненны, они все-таки очень терапевтичны вот для самого консультанта. Здесь можно и в вере укрепиться, и узнать, что такое ропот и способы его преодоления, и понять, что малодушие – это худший советчик. Вот. Единственное, я вот в своей практике 20-летней я столкнулся с теми с ситуациями, в которых руководители организаций, в которых я работал, они вообще игнорировали даже базовые потребности вот тех, кто занимается служением. И мне кажется, это такая же крайность, как и попытки на служении заработать. Все-таки потребности есть, их нужно учитывать, и нужно помогать сотрудникам эти потребности удовлетворять, ну, в том размере, в котором это необходимо, чтобы человек, скажем так, оставался в струе. Вот. И даже святые говорят вот про пост, что пост – это средство, и цель поста – не истощить себя до изнеможения, а цель поста – все-таки истощить плоть, которую составляют наши страсти, для того, чтобы очистить душу и сердце. То же самое со служением, мне кажется. Цель служения – не впасть в нищету, которая, кстати, является грехом, нищета. И, отец Евгений, вы приводили фразу: «Господи, не дай мне умереть в богатстве и в нищете не сокруши кости мои». Так она звучит? Да, Господи, не дай мне погибнуть в богатстве, да, и в бедности, а вот, не сокруши кости мои. Нищета – это не грех. Нищета – это не грех. Это надо как-то по-другому сказать, что… Скорее, вот ощущение этой нищеты может быть греховным, а может сделать человека святым. Как и деньги, это не грех, но отношение к ним может быть, может человека спасти, а может человека погубить. Вот, но однозначно, для руководителя процесса однозначно, что у него сотрудник может поработать годик без денег, но второй уже не поработает. Ну, могу сказать, что некоторые и годик не соглашаются работать без денег, минимум какой-то нужен. Вот у нас, допустим, мы вычисляли, сколько нам нужно платить нашим добровольцам, которые остаются у нас после реабилитации. И мы увидели, что эта сумма в месяц составляет примерно 4-5 тысяч для того, чтобы добровольцы могли съездить домой, для того, чтобы могли купить себе, ну, там, элементарные вещи, зубную щетку, зубную пасту и так далее и тому подобное. Вот, то есть на нужды все-таки людей нужно обращать внимание, и вот здесь должна быть золотая середина. И как бы вот главным критерием, на мой взгляд, является мотивация. Это работа Богу и тем, кто страждет. Вот, ну, наверное, много про это сказали. Вот Наталья просит контакты. Наталья, вот высылаю адрес почты, он, кстати, есть на странице курса, адрес моей электронной почты, можете писать. Отец Евгений, идем дальше? Ага. Вот конечно. Дмитрий сбросил из Писания, наверное, двух вещей я прошу у тебя: не откажи мне, прежде чем я умру. Ага, это как раз. Ага. Хорошо. Хорошо. Пункт 17. И мы здесь возвращаемся к тем принципам вертикали, с которых мы, собственно говоря, начинали наши беседы. Дмитрий, что отец Евгений? Вечернее правило. Дмитрий скинул свое утреннее и вечернее правило. Так, хорошо. 17 пункт и последний. Необходимым условием для такой деятельности является постоянное личное совершенствование, включающее как обязательное непрерывное повышение своей квалификации и профессиональной подготовки. Друзья, что, собственно говоря, мы сейчас с вами и делаем, так и работу с собственными проблемами. Здесь речь идет как о духовных проблемах, так и проблемах, которые проявляются вот в профессиональной среде. Я сейчас говорю про интервизию, про супервизию. Если речь идет о христианских программах и центрах, эти качества можно обозначить как стремление к возрастанию во Христе,
которое должно проявляться в том числе и в постоянном и деятельном участии в жизни своей христианской общины. Ну, мне кажется, вот здесь добавить нечего. Это, кстати, вот продолжение того абзаца, который я зачитал из книги. И в нашем случае консультант – это всегда больше, чем консультант. И, наверное, это прежде всего не консультант, а человек, который стремится осознать себя православным христианином и который строит свою жизнь в направлении движения ко Христу для того, чтобы на основе образа Божьего достигнуть подобия Божьего. Хотя, правда, перед этим многим приходится сначала очеловечиться, особенно тем, кто приходит в эту профессию из употребления через реабилитационный центр. Отец Евгений, а что-то добавите? Я бы сказал так, что с такой идеей надо относиться. Вот когда говорят, что в процессе реабилитации там впереди идущие, за кем идти. Я при каких-то спорных моментах в процессе реабилитации, я говорю, что мы не делаемся для вас кумирами или там такими лидерами. Вот. Мы просто стараемся жить по-христиански. Если хотите, вы с нами вместе можете учиться этому. С нами вместе. Не у нас учиться, а с нами вместе учиться. И вот это важно не забывать. Что если ты останавливаешься в поиске Христа постоянно, если ты останавливаешься в поиске средств исполнения его заповедей, то те, кто с тобой рядом и которые смотрят на тебя, они тоже, естественно, остановятся. Ну, это только подтверждает принцип христоцентричности в той вертикали, о которой мы говорили в начале. И наша задача не заслонять Христа от воспитанников и самим не становиться на его место, а быть соработниками Христу. Поэтому вот это такой заключительный акцент в этом длинном списке этических принципов, которые могут значительно улучшить качество нашего служения, нашей диаконии, а если мы будем вдумчиво, внимательно к ним относиться и постоянно примерять их к нашей практике и основывать эту практику именно вот на этих принципах. Вот, друзья, прежде чем мы двинемся к молитве, которой завершим, я хочу вам сказать, что следующие наши встречи, они состоятся 15 и 16 июля, и они будут посвящены, видно ли новая презентация на экране? Ага. Они будут посвящены каким-то вот заключительным штрихам для того, чтобы понять, как в православной реабилитации может выглядеть модель личности консультанта. Но это такой эвфемизм, модель, личность, вернее, смоделировать невозможно, поэтому это больше такой умозрительный конструкт, но во многих психологических теориях консультирования этот конструкт применяется для облегчения восприятия того, что должно быть, собственно говоря, обязательным в мировоззрении консультанта. Мы с вами говорили о нравственных качествах, это как раз вот средний компонент в этом слайде. Вот. И мы с вами говорили, когда говорили о вертикали, об истинных ценностях, правильной мотивации, о принципе личностно-нравственного аскетизма. И у нас остался очень мощный блок профессиональные компетенции. Это компетенции пространства, компетенции процесса и компетенции взаимодействия. Вот все следующее наше с вами общение, оно будет посвящено раскрытию вот этого третьего компонента, который составляет модель личности консультанта. И темы, которые мы будем поднимать, они достаточно разнообразны. Мы будем говорить и о функциях консультанта, мы будем говорить и о том, как правильно организовать пространство консультирования, пространство реабилитации. Мы будем говорить о каких-то очень важных моментах при
выстраивании взаимодействия с воспитанником и с его ближайшим значимым окружением. Будем затрагивать технологии групповой работы и индивидуальной работы. Будем говорить о технологиях профилактики рецидива. Будем говорить о мотивационных технологиях. Ну, конечно, все это в том объеме, который позволяет нам рамки этого курса. Мы углубляться сильно не будем, но при этом и по поверхности только скользить не будем. Будем стараться все-таки говорить не только о теории, но прежде всего о практике. Ну и, как мне кажется, у нас это получается. Плюс мы пытаемся освещать проблему и вопросы, обсуждаемые с двух сторон. Со стороны отца Евгения, как священнослужителя, и со стороны меня, как не знаю кого. Ну, наверное, все-таки специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере. Я все-таки считаю, что я психолог лишь отчасти. Вот, все-таки больше специалист по реабилитационной работе в церковно-социальной сфере, я бы так сказал. Вот. Это Роман Иванович, чуть скромнее говорить. Он говорит, я считаю, что я не тоже психолог, а больше, чем психолог. Я в следующий раз, прежде чем сказать, подумаю. Это у меня один, знакомый, он говорит, я очень скромно оцениваю свои знания в этой области. Ну, примерно где-то вот на кандидата наук. Меня зовут Роман Иванович, ну можно просто, Роман Иванович. Владимир пишет, раскройте, пожалуйста, в пункте работу с собственными проблемами, что под этим подразумевается. Ну, Владимир, я комментировал. Речь идет как о личностных проблемах с точки зрения психологии. Это проблемы, связанные с травмами, с комплексами. Это проблемы, связанные с неверными представлениями или убеждениями. И эти проблемы, они решаются на когнитивном, на эмоциональном и на поведенческом уровне. Это если говорить о психологических проблемах. И личные, собственные проблемы, под собственными проблемами, здесь также понимаются проблемы, связанные с духовным, с духовной сферой. Это проблемы, связанные с утверждением в вере. Это проблемы, связанные с покаянием. Это проблемы, связанные с выстраиванием ритма и границ духовной жизни. И так далее, и тому подобное. Это проблемы, которые связаны с реализацией евангельских заповедей. Вот. Я бы разделил их на две. На личностные, но под личностными я как раз понимаю психологические проблемы человека. И на духовные. Это то, что связано с его ростом как раз во Христе, то есть консультанта. Ответил ли на этот вопрос Владимир? Ага. Так. Олег задает из Подольска вопрос. Во сколько начало вебинаров 15-16 июня? Июля, Олег, не июня, а июля. У нас время начала семинаров неизменно, 12 часов. Друзья, вот немножечко уточняю, 15 и 16 июля в 12.00. Вам за 3 рабочих дня придут ссылки на почту, ссылки уведомления о начале вебинаров, о теме вебинаров с анонсами, с датой и временем. Вот. Так, и еще все, вроде больше нет вопросов. Отец Евгений, ну что, тогда мы поставим запятую. Дорогие участники, благодарим вас за то, что находите время для общения. Для нас это важно. Благодарим за ваши вопросы. Вот. Благодарим за то, что вы неизменно возвращаетесь. Вот. И прощаемся, не прощаемся с вами, а говорим до свидания до 15 июля. Вот. Про темы ближайших вебинаров я сказал, а теперь осталось, наверное, помолиться, да, отец Евгений? Да. Достойно есть Тебя, истину блажите Тебя, Богородицу, Преснаблаженную и Преимпорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Аминь. Всем спасибо. Аминь.
Отец Евгений, благословите и на связи. Счастья, да. Спасибо. Да, Божьей помощи.